2017 году проведена большая работа по ремонту дорожного покрытия, по ведению дорожного хозяйства. Я думаю, что каждый житель Ульяновской области, любой гость, который приезжает в регион, он видит результаты нашей работы. Дороги очень и очень существенно у нас улучшились. Ямочного ремонта мы проводим сегодня меньше. Работаем в основном по дорожному покрытию, по комплексному ремонту. В регионе реализована программа по модернизации теплоисточников, конечной целью которой является повышение качества теплоснабжения, надежность теплоснабжения, для того, чтобы нам по максимуму уйти от тех аварийных, нештатных ситуаций, которые мы имели в предыдущие годы. По строительному комплексу в текущем году сданы знаковые объекты. Это перинатальный центр, строится новая школа в микрорайоне Юго-Западный, начато строительство новой школы на 1000 мест в микрорайоне Искра. Это все является залогом в будущее для будущих поколений. Объем жилья в текущем году поставил очередной рекорд введенного. Это 970 тысяч квадратных метров. Более 20 тысяч новых квартир построено в текущем году. И это тоже отрадный факт. В следующем году перед нами стоят еще более амбициозные задачи. Это и реализация программы «Чистая вода» по нормализации ситуации с водоснабжением в сельской местности в первую очередь. Это и масштабная реализация программы газификации Ульяновской области. Только из областного бюджета выделено свыше 300 миллионов рублей. По линии «Газпрома» выделяются колоссальные средства, порядка 2 миллиардов рублей, что, несомненно, сделает жизнь наших сограждан, жителей Ульяновской области более комфортабельной. В следующем году мы ничуть не уменьшим объемы работ на автомобильных дорогах. Конечная цель здесь абсолютно понятна – это повышение безопасности дорожного движения. В преддверии Нового года, в преддверии Рождества хотел поздравить бы всех жителей Ульяновской области с новогодними праздниками, пожелать искренне здоровья, крепкого здоровья, мирного неба над головой, удачи, и чтобы все те планы, которые мы перед собой ставим, они у нас всегда только и только сбывались. С праздником, удачи, здоровья всем!